Лаки кроссы, мои любимчики. Кто бы ничто не говорил, я называю этот сорт всегда с помидорами. Вот они внизу кисть. Вот еще завязываются. Тут пооблетело от жары. Хотя обработка шла активная. Ничего. Это лаки кроссы. Доброе утро всем! Вы на канале Заметки Александра. Это мои заметки про томаты. Перед нами лаки кроссы. Сегодня чего у нас? 29 июля. Ну, я начинаю уже брать томаты, семена на будущие года. И первое, что я возьму в этом году, лаки кроссы. Я решила, что в этом году все подряд брать не буду для коллекции. Это смысла никакого нет. Коллекция коллекциями, но нужно рационально подходить к выбору томатов. Ну вот Lucky Cross, моя коллекция уже, наверное, 5-й год. Это неизменно отличный результат. Они красно-оранжевые. Красно-оранжевые. Надеюсь, что камера передаст цвет. Вот, ну, весы у меня сломались сегодня, заберем новые, электронные. Ну, поверьте, что вот моя рука, у меня рука не самая маленькая. Вот, давайте вот так. Сейчас буду резать. Пробовать, наверное, тоже буду, потому что это очень вкусно. И семена возьму вот с этих трех томатов. Ну вот лаки кроссы в разрезе. Посмотрите, вот поперечный, вот повдольный разрез. Вот кусочек, который я буду пробовать. Семян я бы не сказала, что прям море-море завались, но они есть. И их достаточно. Ну что, приятного всем утра. У меня, кстати, 7 утра. Тонкой шкуркой, сладкий, чуть-чуть пресноватый, прям совсем чуть-чуть в меру. Кислиночка, кислиночки практически нет, ну а по виду, посмотрите, мясо, томатовое мясо. Томат Lucky Cross. Сок сочный он достаточно. На покушать, на салат. Ну, я думаю, что и на сок отлично будет. Это мой фаворит уже, который сезон. Один из любимчиков, скажем так. Знакомьтесь с томатом. Если кому интересно, то можете заказать семена.